существует иллюзия о том, что USB Type-C в вашем телефоне открывает безграничные возможности, но это только иллюзия. Так как есть хаб, допустим, для HDMI, есть Thunderbolt разные, там, у которых есть выход на микро-USB, на USB, на картридер для флешки, на кучу периферийных устройств. Вот. Все это не совсем так работает. Безусловно, на вашем телефоне, если у вас есть Type-C, это может работать, но, допустим, если я купил хаб Type-C на HDMI обычный прямой, вот, неактивный, начал я его тестить, он на моем телефоне не пошел, а у меня Xiaomi Mi 6. Вот, начал я с этой темой разбираться и нарыл следующее, то что для того, чтобы эта функция работала, мне нужно будет взять точно такой же переходник, только с активным. Ну, то есть, если подбрасывается питание к нему, и там есть какая-то плата, которая будет преобразовывать этот сигнал, вот только в этом случае я смогу выводить изображение на телевизор. В противном же случае мне нужно будет поменять либо телефон, либо забыть об этой идее раз и навсегда. Вот. Так как есть специальная технология, которая поддерживается не всеми моделями мобильных телефонов, также не всеми моделями ноутбуков. И эта технология позволяет переработку, прямую переработку сигнала для HDMI.